Привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет затест нового аромата от компании Avon. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. И всем приятного просмотра. Но прежде чем начнем обзор, хочу попросить тех, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. Поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. А вы пробовали этот аромат или нет? Начнем. Начнем затест с того, что сначала посмотрим, что пишет компания про этот аромат. Создавай мгновения, которые остаются в сердцах навеки. Вот так вот. Ну, сразу видим, что есть такая надпись «Держится весь день». Сразу предупредили, что аромат держится весь день. Вот. Ну, аромат выходит в объеме 50 мл. А есть, кстати, сейчас можно приобрести уже набор этого аромата. В общем, аромат цветочный. В состав аромата входит миндальное молоко и цветы. Цветки нероли, ну и мускус. Давайте начнем его пробовать. Я, как всегда, не открывал его. Не то, что мне неинтересно, мне хочется всегда делать затест вместе с вами, так, как говорится, в прямом эфире. Ой. Честно сказать, я уже ничего не жду. Что-то я подустал после 8 марта, поэтому... Слушайте... А мне нравится. А, мурашки такие пробежали. Мурашки пробежали, это уже хороший этот показатель. Давайте я еще... Ой, ну что такое? Как всегда. Такой сладковатый. Сладковатый легкий аромат. Кстати, для Today'я... Я забыл представиться, друзья. Это у нас аромат Today, Tomorrow, Always вышел в линейке. Уже не первый аромат. Линейка постоянно пополняется. Кто-то уходит, кто-то приходит. Но легенды остаются с нами. В общем, аромат называется Everlasting. Как-то так. Слушайте, но он не похож. Он не похож на линейку Today. Это что-то новое, я бы сказал. Ну, довольно-довольно интересный, сладковатый аромат. Я бы посоветовал его попробовать. К тому же сейчас можно заказать пробник. Мне как будто отчетливо слышны ноты какой-то малины. Но мне нравится. Слушайте, мне нравится. Я ставлю лайк этому аромату. Я обязательно закажу пробников на подарочки клиентам, чтобы его прорекламировать. Вот еще бы протестить, держится ли он весь день или нет. Слушайте, но мне больше нечего добавить. Мне аромат понравился. Я бы в заключение скажу, что он в принципе легкий. Он не приторный. Он не терпкий, как сам Today. Сладковатый такой легкий аромат. Но не знаю. Напишите ваши комментарии, напишите ваши отзывы. Кто тоже заказал пробник, может быть, кто-то заказал полноразмерную версию. Поделитесь своим впечатлением об этом аромате. Ну и, как всегда, по традиции дождемся. Я обязательно буду заказывать полноразмерную версию. Буквально вот скоро получу фокус, дай бог, чтобы на этот аромат была комиссионная программа, я хочу его попробовать уже все-таки заказать. Мне аромат понравился. Ну что, друзья мои, на этом у меня все. Спасибо большое, что присоединились к моему затесту. Еще раз прошу написать ваши отзывы, кто тоже заказал пробник, кому аромат понравился, кому не понравился, что вы услышали. Я отчетливо слышу, как будто малинкой пахнет в этом аромате. В общем, у меня на этом все. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, родственниками. Пусть они тоже узнают, что в компании Avon вышла очередная новинка. И довольно, в принципе, она интересная. А у меня на этом все. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.